În timp ce unii visează să le atingă și să le admire, alții chiar au adăpostit nu una, ci două veverițe. A fost o întâmplare sau un semn, nu știm, dar cert e că micuțele au ajuns pe mâini bune. Vedeți din reportaj cum este să îngrijești de ele, de la stăpâna lor, Ludmila Cudrenco. У меня мама ветеринарный врач, тетя ветеринарный врач. То есть я третий ветеринарный врач в нашей семье. Я не могла не любить животных. Белки мне нравились всегда. Я на самом деле хотела белку, но я представить себе не могла, что она у меня когда-либо появится. Ну, я ее просто хотела, но задумываться о какой-то покупке, выловить белку где-то в дикой природе, нет, мысли не посещали. Они мне просто очень нравились. Федьку принесла женщина, он перед ней упал на тротуарную плитку, у него было кровотечение из носа, она потом мне сказала, что у него даже остановка дыхания была. Вот, она его принесла в клинику, ну и, соответственно, я его забрала, потому что выходить его человеку без ветеринарного образования невозможно. Барника женщина нашла в парке. Они поступили очень правильно, они сидели, пытались, защищали его, ждали, чтобы мама пришла, забрала, но мама не вернулась за ним. Они на следующий день его отнесли еще раз, положили на то же место, и мама тоже за ним не вернулась. Она искала, кто сможет выходить правильно его. Вот. Ну и меня пригласили в ту группу, где она искала помощи, и, соответственно, я уже согласилась взять, потому что я, зная, насколько тяжело выхаживать белку, понимала, что человек просто не справится. И на самом деле его, когда привезли, он был в тяжелом состоянии. Они круглосуточно везде со мной, потому что кормить нужно было каждые 3 часа, то есть это не обсуждается. Будильник на каждые 3 часа, и, соответственно, они везде со мной. Везде, в машине, в гости ездим вместе. Если я остаюсь на ночь, все понимают, я хожу всех бутылок. Бужу, грею молоко и кормлю их. Это не просто тяжело, это очень тяжело. На самом деле, это очень-очень сложно. Поэтому я надеюсь, что это не станет трендом, и люди не начнут вылавливать белок, собирать бельчат выпавших, потому что это действительно тяжело. Он лезет на кошку, он катается дома на собаке. Он прям ездит на собаке, он не боится никого. Он засыпает там, где он хочет уснуть. В дикой природе он проживет, наверное, ровно несколько минут до первого хищника. Они будут у меня жить долго и счастливо, я надеюсь. Поэтому я заказала им домик, чтобы им было комфортно в первую очередь. Это важный момент, потому что, когда мы заводим животных, мы должны думать об их комфорте.